говорят, что архитектура – это застывшая музыка. А что такое архитектура, в принципе? Ну, это как раз памятники, история Пензы, России. Здания, да. Строения, да? Какая архитектура в Пензе? Красивая, обыкновенная? Ну, красивая. Тут природы много. Какое-нибудь архитектурное сооружение, назови, которое ты мечтала бы построить, не знаю, там, небоскреб, подземную избушку, избушку на курьих ножках. Ну, я даже не знаю. Какие-нибудь дома огромные прям. Большие-большие, высокие. А на сколько этажей? Ну, может быть, на 50. Что такое архитектура? О, даже не знаю. Вообще не знаю. Вообще не знаешь? Да. Архитектура. Архитектура – это застывшая музыка. Это дома, это строение. Стол, например. Ну, стол отчасти тоже предмет, скажем так, интерьера архитектурного. То есть, что такое архитектура, ты не знаешь, да? Да. Что такое архитектура? Это, наверное, когда что-то вот... Слово какое красивое. Архитектура, да? Угу. Архитектура – это когда вот... Это что строят? Ну, что строят? Дома – это что? Архитектура. Здание – это что? Архитектура. Вот чего в Пензе не хватает в плане архитектуры? Каких зданий? Небоскребов? Нет. Небоскребов нормально уже. Может, каких-нибудь деревянных? Может быть, избушки на курьих ножках? Не надо. Вот архитектура – это дома, которые нас окружают, разные здания. Если красивые дома, то говорят, архитектура – это застывшая музыка. Тебе нравится в Пензе архитектура? Да. А вот какое бы здание ты построила в Пензе? Я бы... никакое. Всего хватает, да?